Итак, господа, вы находитесь на съемочной площадке четвертой серии фильма «Four Fast and Four Furious» «Магнитогорский свист». Происходит это дело здесь, в городе Магнитогорске же, на улице Набережной 2. И снимаем мы здесь людей, которые свистят по автомобильному тюнингу. Чудо-тачки в одном месте. Что это такое? Это заказ автостопа. И пусть на дворе глубокая осень, тепленькое местечко для любителей автотюнинга все-таки есть. Мы зайдем туда попозже, а заглянем внутрь. Серьезно, красиво, не по-детски злобно. Злобное рычание. Услышав за спиной такой рык, лучше посторониться. Хотите такую вкуснятку? Заходите в автоспорт-тюнинг на набережной, не пожалеете. Ну что, господа, можно предложить вам сегодня? Посмотреть на автостоянке у магазина автоспорт-тюнинг. Volkswagen Golf GTI, Toyota Altezza, неплохая такая, Subaru Impreza VRX STI, черного цвета, здесь уже все есть. А теперь отечественный производитель, ну такая вот неплохая девяточка с антикрылом, ну и Ford ST. Давайте вспомним те автомобили, которые мы только что сейчас видим. Там стоят дополнительные приборы, выхлопные системы, ну и фонари. Про тюнинг. И давайте еще раз вернемся к разговору, сколько все это стоит. Ну, допустим, на девятку комплект фонарей всего 4000 рублей. На более продвинутой модели, но чуть-чуть подороже. Глушители. Вполне демократичные цены в пределах тех же 200-300 долларов. Тогда покупать и для чего покупать? Ну, купать можно, в принципе, и зимой, потому что подорожник всегда работает. Готовься они летом, либо зимой. Для чего покупать? Ну, для себя любимого, конечно. Чтобы сделать свой автомобиль чуть более оригинальным и отличным от других. Можно, конечно, сидеть и лениво рассуждать о том, как все дорого. Как дорог сам автомобиль. Как дорого его сделать похожим на то, что мы видим в «Форсаже» 1, 2, 3. А можно одеться вот в такую одежду, поставить перед собой цель и сделать из своей копейки, восьмерки, десятки, а может быть, из своей старенькой иномарки то, что вы хотите. Одеть вот такую бейсболку и превратиться из безголового манекена в человека, у которого есть что-то в жизни, что его увлекает. Как-то в бане молодой человек меня спросил, какой автомобиль лучше купить, который ездит быстро или который ездит резво. Я говорю, ну ты сам подумай, что тебе надо, ездить в городе от светофора до светофора или гонять по-серьезному. Гонять по-серьезному, к сожалению, дешево не получится. Потому что все, что ездит по-серьезному, это объемы 3 литра и туда. Гонять от светофора до светофора. Можно и на восьмерку, можно и на девятку, в принципе, можно и на классике. Таким образом, ну, можно приобрести недорогой автомобиль, типа того же перекупленного семейства, и приехать сюда. Далеко ехать, кстати, и не надо. Автоспорт тюнинг уже здесь есть наличие распредвалы. Кое-что для коробки. А самое приятное. А самое приятное заключается в следующем. Вам могут привезти из Тольятти, между прочим, с фирмы Торкмаш. Все что угодно, для того, чтобы ваша машина приобрела большую мускулистость. И небольшой респект тому же самому Торкмашу. Свою первую машину в жизни я приобрел именно в этой фирме. И все-таки спортсменами не рождаются, ими становятся. Ну, это наше личное мнение. Главное здесь индивидуальность. Главное, чтобы ваш автомобиль выглядел не так, как все. И вот для этого в автоспорт-тюнинге тоже все, что угодно. Вы хотите, чтобы ваш Chevrolet Niva был немножко похож на BMW? Пожалуйста, фара с ангельскими глазками. Или хотите, допустим, чтобы, опять же, тот же Chevrolet выглядел как Lexus RX300 или RX330? Пожалуйста, и задняя оптика тоже здесь. Ну, а для тех, кто уже прошел этот этап, есть такие вот интересные примочки. Останавливаетесь, а колесико у вас продолжает крутиться. Главное, индивидуальность. Та кажущаяся легкость, которую мы прописываем в синхроне, она, в общем-то, тоже кажущаяся, но она вымочена в собственном поту и замучена собственным опытом. Почему мы можем так утверждать? Опять же, вернемся к моей 99-ке. Как только я купил, решил поставить амортизатор. Намерялся на сантрах. Выложил все это дело в 97 году. Примерно штуку баксов. Приехал сюда и удивился. Комплект спортивной подвески. Целиком. На восьмерку. С
регулируемой жесткостью пружин. Сколько стоит? Так, не падайте, пожалуйста, со стула, всего 18 тысяч рублей. То есть, ну, 500 евро, ну, больше. Что дальше? И опять же, из собственного опыта. Владею я американским и японским автомобилями. И скажу честно, хуже света, чем у америкосов, нет ни одной машины в мире. То же самое касается и, допустим, Nissan Skyline. Но здесь пошли дальше. И существуют инновационные технологии. Новые лампочки, повышенные мощности. О них мы расскажем вам позже. И почему мы немножко заикаемся? Потому что очень сложно говорить вообще о чем-то. Потому что здесь всего очень много. Так что ездить и бегать по базарам вам не надо. Приезжайте сюда на набережную 2. И еще раз вам напоминаем. Это не набережная Потамака. И даже не набережная Москвы-реки. Это набережная реки Урал. И это Магнитогорск. И в Москву вам ехать не надо. Все, что нужно, есть здесь, в автоспорт-тюнинге.